kostnym kostnym. Потом наступила следующая на другая эпоха. Плюс мне хорошие парни, которым было очень плохо. Среди них был Софокл, среди них был Гомер, который придумал какой-то странный длинный размер. И потом воскликнул, послушав, ведь это же музыка сферы. Плюс хоть и прост, но далек от простой констатации. Его подхватили черные люди на плантации. Политые слезами и потом быстрее тянулись ростки. И вот они достигли самой русской тоски. Трансконтинентальный экспресс, дельта Миссисипи, Петербурга, пески. В люди есть бэнд, подтяжка. В блюзе есть скольжение. У этой формы свободы не может не быть продолжения. Я смотрел, как делал из лирики тану знакомый левша. Я подумал, не может закончиться то, у чего есть душа. И вот я играю то громко, то тихо, то быстро. Но чаще всего не спеша.